Отправили в город. Залез в долги. Уйди сюда! Устроили на работу. Он устроил драку. Давай просто женим нашего сына. Агирим, не уходи! Агирим! А ну лежать! Стой! Отпусти! Будь ты проклят! Пусть Аллах никогда не простит тебя! Куда вы смотрели, а? Вы хоть знаете, что ваш сын сделал с моей дочерью? Я предлагаю нам примириться и создать новую семью. Примириться? Ты хочешь, чтобы мы отдали нашу дочь за этого подонка? Хорошо, вот ты его убьешь. Тебя посадят. Богачи погорюют 2-3 года. Но, а если она беременна? Подумай о ее будущем. Все село знает. 10 миллионов. Следующее условие – махр. Диана, что вы хотите? Свободу. Что сегодня делали? И где невестка? Она немного приболела. Кто их убил? Нет следов зубов. И души не тронуты. Просто убили и все. Мы сами впервые с таким столкнулись. Нам нужно вызвать Мулу в этот дом. Мне очень страшно здесь находиться. Там, где не помнят Аллаха, не читают Коран, заводятся джинны. Аллаху ля-ля-ля-ля. Мама? Агузу биллахи минаш шайтану раджим. Бисмиллах.